О, Атосик кушает. Ну, тот, который посмелее. От тех я только вижу убегающие лапы, пятки и хвосты. Смотрите, смотрите, тот прислушался. Кто-то идет, а боцман, по-моему. Вон там ухо он кто-то. Боцман, по-моему. Ухо боцмана. Или Лера. Ну-ка, ну-ка. Не, Лера бы смело пошла. А это кто-то пришел кушать, увидел, что стол занят. Теперь будет стоять ждать, пока Атос не поест. Да кушай уже, блин. Тебя же ждут. Очередь. О, тут еще и Лера прибежала. Вот это интересно, кто? Ну-ка, ну-ка. Так, Атосик уходит, уступает место. Сейчас посмотрим, кому уступает. Надо отойти от окна, а то он не подойдет, меня увидит сейчас. Точно, точно. Боцман, боцман. Не толкай меня в руку, Тара. Боцман пришел. Сейчас запрыгивать будет на стол. О, запрыгнул на стол. Пошел кушать. Боцман, видимо, взглядом одним и своим авторитетом прогнал Атоса.